Сроки реализации проекта «Мир глубокий» напрямую влияют на его окупаемость. По словам заместителя генерального директора «Алроса» Игоря Соболева, очень важна поддержка нового рудника на всех жизненных этапах – от начального планирования до запуска. Независимо от изменения курса доллара или стоимости алмазного сырья, в кризисных условиях такой тяжелый инвестиционно нагруженный проект должен оставаться устойчивым. Сохранить стабильность поможет командная работа «Алроса» и властей, а также принятие решений в пользу новой подземки. В такие моменты проект и его продолжение будет зависеть от поддержки на всех уровнях власти. Районная власть, Элтумен, правительство Республики Саха-Якутия, Минфин, который является нашим курирующим министерством, не побоюсь этого слова, вплоть до руководства страны.